На стадионе «Урожай» в Томилине открылся каток. По версии Министерства спорта Московской области, он вошел в десятку лучших катков региона. Вместе с первыми посетителями на ледовой площадке побывали мои коллеги. Это один из самых больших катков в Подмосковье. Его общая площадь более 7500 квадратных метров. Ледовая площадка одновременно может принять до 1000 человек. Здорово. Очень понравилось. Очень понравилось, да. Сегодня в первый раз приехал на вот этот каток. Очень ждал, что откроется. Наконец-то приехал и очень рад, что это все делаю бесплатно, самое главное. Рядом с катком установлен теплый павильон. Здесь обустроена вся необходимая инфраструктура. Имеется очень комфортная раздевалка, прокат коньков и другого оборудования. В ближайшее время появятся инструкторы по обучению катания на коньках. Всегда хорошая современная музыка, освещение. Записываться на сеансы не нужно, свободно можно приходить. При благоприятных погодных условиях каток на стадионе «Урожай» работает с 13 часов по будням и с 11 до 21.30 в выходные. Всего в округе открыто 18 катков. Вход бесплатный. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.